компания PC-Auto.com. Сейчас мы установили на автомобиль Lexus ES300 суперконденсатор Titan 108 фарад. Сейчас мы производим зарядку, первичную зарядку конденсатора через обычную 12-вольтовую лампочку. Видим, как напряжение на конденсаторе растет. Итак, у нас Lexus ES300 2002 года выпуска, американец. Мы установили сюда NewsMy NU3001. Звук здесь построен, значит, пищалки фокал. Какие-то динамики в передних дверях хорошие стоят. Процессор Alpine с усилителями Alpine. Вот. Вот такой вот у нас аппарат получилось, как BMW.